qué? О, треки 13-16. Я их не слушал еще. Ну-ка. Да, по-моему, очень даже, кстати. Очень такая музыка прям в тему. В темноте с фонарем. Как будто куда-то крадусь. Так, по-моему, правильно. О, это же эти самые укрытия. Слушайте, ну это прям такое ощущение, что в хоррор играю. Вот, я чуть-чуть видел погромче. Старое укрытие. 10 к 1. И сейчас тут было бы прям в тему, когда... Точнее, если за нами кто-нибудь тут наблюдает. Какой-нибудь там, не знаю, маньяк или... Какой-нибудь инопланетянин или... Какой-нибудь снежный человек. Да, все-таки я понял, что это за лагерь. И, наверное, я вернусь в этот, в дом родной, в вышку. Ух ты. Ой-ой-ой. А вы как хотите, а мне с такой музыкой страшно. О, костер затушить. Так, затушили костер, который и так затушен. О, господи, это вот это вот полотно. Ага. Так. Кстати, да, где-то здесь я как раз и находил топор. О, записка служебная. Вспомним молодость, точнее, прохождение. Прочитаем. Командиру пожарного подразделения Гранту Карсон. Межведомственная пожарная служба штата Вайоминг. Сразу вспоминается вайомингский инцидент, когда... По-моему, вайомингский инцидент — это когда телевидение взломали, и там какую-то фигню по телевизору начали показывать, и потом начали люди жаловаться, звонить в больнице, что-то у них там из-за этого... стало самочувствием, но это не точно. Так, межведомственная пожарная служба штата Вайоминг. Район Пентрок Рейнджер. Так, ну, 1220N, 8 стрит, Гринбул, Вайоминг, 82-42-6. На. Доктор Симмонс на станции Вапити, регион Террафер. Командир подразделения Карсон. В ближайшие несколько дней вас и вашу команду сбросит в регионе Террафер национального леса Шошани. Пиши в комментариях, как правильно это произносится, название. Чтобы провести линию контролируемого выгорание к югу от реки Руби.
Я пишу вам по поручению доктора Бена Симмонса со станции Вапити. Он связался с руководителем пожарной службы по поводу волнующих его вопросов охраны дикой природы в районе этого исследовательского центра. После вашего возвращения кто-то из его сотрудников поговорит с вами. Это необходимо для оценки рисков для дикой природы в этом районе. Я сказал им, что не о чем волноваться, и что линии, которые прокладывает ваша команда, это самая мощная превентивная мера по защите их центра, несмотря на то, что они будут в 1,5 километрах оттуда. Но кажется, им трудно отчитываться страховым компаниям. Спасибо, как и всегда, за вашу помощь. Рич Слюсаренко, ассистент руководителя пожарной службы. Вот я в прошлый раз тоже немножко так опешил, ну не опешил, удивился. Рич Слюсаренко, ну, понятно, что Слюсаренко это похоже на нашу фамилию, да. Так, ну-ка, а тут... А, вот. Вот здесь вот как раз и был топор этот. Так, ну-ка. Так, это что такое? Это непонятно еще то. О, здесь же... Можно вот эту штуку расчистить топориком. Бабах. Бабах. Вот так-то. Так, а если по карте, то я где? А, вот я вышел, да. Так, и... Мне кажется, что уже светает. Но я все равно похожу с фонариком. И настрою свою рацию на 14-й трек. Ну-ка. Прикольно ли рубить деревья под такую музыку? Сейчас будем молча под эту песенку идти, под релаксирующую и под 20 FPS. Да, виды тут, конечно, прям закачаешься. Так, идем дальше. Идем. Да, светает. Я тут уже, как видите, фонарик отключил. Так, это водичка жужжит, потому что тут
вот этот пруд, который больше похож на лужу. Просто большая лужа, где разбитый снегоход лежит. Ладно, а я тогда пойду дальше. Да, музычка уже кончилась. Давайте-ка я 13:16 и вот это вот. Туман это вот здесь вот. Класс. Это что, это все что ли? Ладно. 13:16 Шошани Оверлук. О, смотрите, прям класс. Правда, под 1.21 FPS, а сейчас уже под 16. Смотрите на это, ну, не очень. Да, вот и дерево наше. Так, ну-ка. А, показалось. Показалось, что это вышка. Так, дошли до дерева, и теперь нам нужно куда-то. Куда-то теперь свернуть. О! О! Я немножко пропустил. Там можно было свернуть, не доходя до этого дерева. Но я, естественно, не свернул. Так, но зато вот такие вот у нас виды. Классно же, да? Да, классно. Горы вот эти прям очень классно. Ладно, мне сейчас нужно не любоваться, а смотреть на карту. Если уж и любоваться, то только на карту, чтобы не пропустить тот самый поворот неожиданный. Так, по-моему, это он. Или нет? Карта. Ну, почти, да, угадал. Так. Я тебя не пропустил, поворот неожиданный. Нет, не пропустил, я как раз перед тобой. А, я помню вот это место, тут типа пожар был. Ну, тут видите, все обгоревшее. Так. Да, и деревья, видите, тут обрубленные, обгоревшие все деревья, черные. О! Ну-ка. О, вода шумит, ну-ка. А, я ж тут был. Да, тут.
Да, похоже, вот эти два ящика я открывал. Ну ладно. Попрыгали. Так. Ин. Прыгаем. Опа-на. Ну-ка. Нет, по этим нельзя прыгать. Сюда прыгаем. Ну, прыгай. Оп. Оп. Замечательно. Просто отлично. Так, попрыгали по речке, по речке. По тем бережочкам. Так, ну-ка, куда мне? А, я даже не знаю, куда мне идти. Давайте сюда попробуем. И потом проверим. Ну-ка. Да. А, мне кажется, что я иду правильно. Так, ну-ка. Да, я вспомнил. Я как раз вот искал вот этот вот проходик. И мне нужно куда-то туда. Но это не точно. О, дерево. Опрокинутое прям с корнями и землей. О. Красиво. Да, и что тут красивого в дереве сваленном? Да, вот и моя вышечка. Ну-ка. Ч-ч-ч, не понял. Понял. Так, мне кажется, надо на вышку. Мне такое ощущение, что нужно на вышку. Вот что-то мне подсказывает. Вот что-то мне вот сейчас говорит, что и чего. А, тут же у меня веревка. Я же ее брал. Ладно, возьму еще раз. Еще одна кассета. Странно. А, вот эта коробочка, она теперь для черепашки. Для моей найденной черепашки. Наверное, это будет чуть позже, она тут ползает, да? Как я понимаю.